Оппозиционно настроенным гражданам уже давно надоело ходить в загончиках под присмотром оккупационных войск Путина. Тем не менее, 27 октября 2013 года на марш в защиту политзаключенных, которые вновь появились в России и уже давно, не выйти было невозможно. И люди пришли. Мэрия Москвы, все больше напоминающая оккупационную комендатуру, согласовала марш меньше, чем за двое суток до заявленного мероприятия. Разумеется, в столь сжатые сроки широкого оповещения добиться крайне тяжело. Власть, как истинный враг граждан России, чинила все возможные препятствия для того, чтобы марш провалился. Но он не провалился, хотя со стороны Кремля и были задействованы все возможные силы. От банальных провокаторов в интернете, отговаривающих граждан приходить, до устрашающего количества силовиков, выполняющих роль держиморд. Линия поведения Путинсрайх проста – запугать население, заставив его сидеть дома и не высовываться, а иначе уволят с работы, отнимут имущество, арестуют и посадят в тюрьму. Они только улицу и понимают. Они язык русский не понимают. Переговоры не понимают. Убеждения не понимают. Они понимают только, когда народ выходит на улицу. Это самый действенный способ борьбы с ними. При этом протест должен быть спокойным, мирным. Да, мы должны уважать свое достоинство. Да, это они уроды, там издеваются над народом. А мы должны себя вести достойно. Только улица может изменить ситуацию. Я полагаю, что мы выходим не столько для того, чтобы нас услышала власть, сколько для того, чтобы нас услышало общество. А вот общество, я думаю, все-таки эти крики слышит. И медленно, но верно, как слои земли в сознании людей один за другим откладываются представления и понимания, которые рано или поздно приведут к серьезным политическим изменениям. И этот режим уйдет, поверьте мне, уйдет, неизбежно уйдет. Да мне просто жалко мальчиков, которые пострадали вообще ни за что. Их, можно сказать, спровоцировали, а потом забрали в тюрьму. Для того, чтобы показать, что они... нет, не так. Для того, чтобы другим было страшно. И что, народ испугался, думаете? Я думаю, нет. Вы же видите. Я тоже не испугалась. У меня такое ощущение, что власть совершенно оторвана от реальности и живет в каком-то совершенно своем другом мире и совершенно не понимает или не хочет понимать о том, что реально творится в офисах, на улицах, в метро и так далее и тому подобное. Просто они не хотят знать, что там происходит. Я не знаю, хочу ли я революцию, но мне кажется, эти согласованные митинги в загонах, они ни к чему не приведут. То есть нужно выходить на несанкционированные акции? Я думаю, да. Испугать всех не получилось. На марш, по официальным данным полицаев, пришло 4500 человек. Но официальщина, как всегда, лжет. На самом деле народу было около 10 тысяч. Конечно, для Москвы и области это очень мало. Но даже такое количество пугает путинских бандитов до полного увлажнения исподнего. Недаром в толпу внедрили спецагентов, вынюхивающих и высматривающих, лишь бы чего не вышло. Дело не в безопасности граждан. Путину на людей плевать. Дело в уверенности банды, засевшей за кремлевскими зубцами. Ведь гражданское неравнодушие – первый шаг к бесстрашию. Именно оно прокладывает путь к смерти нелегитимного режима, который достаточно всего лишь как следует шатнуть. Он и обвалится. Мало приятного ходить под конвоем. Тем не менее, люди пришли на эту акцию, потому что проблема политзаключенных в России становится все острее. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Александр Шаров. Политвестник ТВ.